Я услышал, ёма. Я как он попал через Дискорд на этот канал, мадафак. Вот это мне больше интересно, чем насколько я бухаю. Вот это мне больше интересно. Или что-то такое произошло, что-то ёбаное внезапное, блядь. То, что внезапно, то, что я охуевший. Я охуевший ёбаный в рот всегда на самом деле, блядь. Мне интересно другое. И по сути вы все замокнете, и никто мне не объяснит это дерьмо, блядь. Блядь. Да. Который так же само, блядь, себя ведет, когда ужрет. Ёпта, ты все-таки существуешь, пожалуйста, скажи мне какое-нибудь слово. Скажи мне, почему ёбаный в рот какая-то хуйня ватная, я не знаю, что-нибудь объясни. Пожалуйста, скажи, что ты живой. Я хочу знать это, Данила. Блядь, ну правда, я не знаю, что-нибудь мне объяснить. Данила, ты живой. Скажи то, что ты живой. Скажи, релакс, я живой, скажи, пожалуйста. Скажи, релакс, я живой, ёба. Скажи. Я живой, я живой. Скажи то, что ты релакс. Йоу, релакс, скажи, йоу, релакс, я живой, я поверю, то, что ты живой. Братан, пожалуйста. Пожалуйста. Я поверю, то, что не будет, ёба. Скажи, релакс, Нига. Ну, пожалуйста, хоть одно слово, ёба. Бро. Я тебе руку пожму, Нига. Я не знаю, как. Блядь, пожалуйста, Нига. Релакс, скажи, релакс, я живой. Вот просто вот одно слово. Блядь. Там бес, что ли, смеялся? Я убил какую-то хуйню. Блять. Я что-то убил, но я поверил. Братан, Данила, ты крутан, чувак, просто. Блять, я упал. Йоу, ты просто заебись, чи, в натуре, ебаш кирпичи в тручи, ёба, заебись. А что ты употреблял? Чи. Чи-чи-чи, блядь, что новое? Чи-чи-чи в тручи, ёб твою мать, вот заебись, снежная легенда, пи-пи, ёб твою мать. Ну это отстой, это сильверы, пэм-пэм, сильвер бутикью, блядь. Ты что-то понимал? Лады. Ёп, не самый убитый в Тручиля, короче, но этот зибичи, заебись. Не, ну труселя, труселями, ёба. Но по сути, как я буду хуять, и труселями все закончится, ёпта. Для, по крайней мере, для меня, не говорю. Потому что я просто пизда. Ай. Ну, бля, я вообще даже не понял, что произошло. Сейчас за хуйню какую-то нес, и по сути за меня какой-то демон эту хуйню делал. Ага. Ну да, вот сейчас я всё знаю. Ты куда он разговаривает с этим демоном? Возможно, он чего-то хочет. Не, вот этот демон сейчас разговаривал со мной, вот то, что с этой хуйнёй, то, что он тут творил, то это не я творил, а то он творил. Ага. А вот это то, что хуйню сейчас я буду творить, это буду я творить. Бля, чё за хуйня, чё за пиндос, блядь? Слышь, бля, я прибежал, тут пиндос какой-то, ёб твою мать. Вот это я творю, вот это я без пиздежа, ёба. Вот иди сюда, ёба, вот тут пиндос какой-то, блядь. Чё за пиндос, блядь? Чё за хуйня, блядь? Чё за хуйня, блядь? Чё за пиндос, сука? И я знаю, как справиться с пиндосом, сука. Подожди, мне нужен... Момент, ёба. Лафа, хочешь узнать кое-что?
Блять, подожди. Там пиндос к нему подошел. Пиндос, сука. Я знаю то, что это не смешно, но это старая хуйня, но, блять, я обязан, сука. Лапа, лапа. А? Бит был не настоящим, это был самозванец. Какой самозванец, сука, это пиндос, сука. Блять. Я ему тоже писал, пока. Что ты думаешь по этому поводу? Он с ним, кстати, сейчас общается. Не, мне насрать на пиндосу. Пиндос. Он сейчас не в состоянии запомнить его. Я и... Блядь. Я убит, ёба. На АФК это полное отстой, он должен двигаться, то что я должен бегать за ним и добить его полным этой хуйня, он просто АФК, он типа, короче, типа, все пинки в его сторону типа принимает на себя, и типа он такой Иисус, но это полный посос. Он доходи на район по чуть. Он все пинки принимает на себя, типа он Иисус. Ну нет, ну надо найти такого, который должен Ильяма, будет бегать от этих я пинков, знаю. Но он ни хрена не бегает, он. Не. Не. Блять. А он у меня вообще светится, кстати. Вот я вот сейчас бегаю, я убитый, и у меня вообще все светится, вот. О, Нестак, Нестак, ты тоже светишься. Надо пинка тебе дать, чтоб ты не светился. Блять, ты все равно светишься. Значит, я ебанутый, сука. Блять, ну один хуй тебе пинка надо дать, блять. Получай. На еще, блять, я не допомнил. Ну еще на. Ну ты знаменитость по любазу, тебе надо пинка дать. Бля, кому еще дать? А ты кто? Нет, тебе не надо. А слушай, а кто еще знаменитость? Есть знаменитости в общем районе, блядь. О, вот этот старый кореш. Смотри, вот этот чувак, вот подойдите ко мне, вот этот чувак старый кореш, вообще конкретный старый игрок в UPB. Кило 1990, вот он реально крутой чувак, его, я его обнять хочу, вот он крутой. Видишь, какой он охуенный. Бля, он охуенный. Бля, я обнять его хочу, просто он охуенный. Блять, сейчас, подожди. Восьми. Блять, нет, не так, сейчас. Нет, не так. Вообще не ходил, но. Он просто там. Обнять его, он просто охуенный а игрок. Я не могу прорваться к вам. Прорвать. Я не знаю, чего он сейчас чувствует, но, блять, хуй его знает. Ну просто хочется что-то. Ну, знаю. Блять. Я странный человек, ребят. По сути, посмотрите на меня со стороны, я очень странный. Хрен его знает, что такое вообще со мной. Давай пасенький. Я тебе дал уже три раза, блядь. Данила, вот ты самый критичный человек на Земле, по крайней мере в этой ебанутой планете. Вот по крайней мере... А, нет, нет, я не хочу слышать твое мнение, пожалуйста, нет, не надо. Кит, возьми коробку. Самый критичный человек, я не хочу слышать твое мнение. Я знаю то, что ты скажешь, что-то ёбаный жёлчный, я спрыгну с крыши. Пожалуйста, нет, не надо. Не надо. Не. Не. Я ушёл. Всё, я не существую здесь. Давай.
далеко, блядь. У меня штаны грязные. Почему у меня штаны грязные? Они новые. Твою мать, я уже успел кого-то ёбнуть. Блядь, нет! Не, слышь, заебись, ёба. Всё нормально. Блять, не, ну хуйня какая-то. Я не верю, блять, они слишком чистые. Моя хуйня какая-то. О, какие-то охуевшие сильвы. Нет, это какой-то пиздеж, это какой-то чит, слышь. Блебасы, я базарю, блядь. Не надо меня убивать, пожалуйста. Иди блядь, сюда, щит! Иди сюда, короче, нига. Двигайся. Я так могу любого клеветать, мудачьё. Двигайся сюда. Смотри, смотри. Кстати, или нет, это опять же ты. Проигрышное дерьмо. Блин, да? Не, ну хотя... Не, не, он далеко убежал. Коробку хотя... не до него. А, вон, смотри, читер стоит. Но другой читер, который был бы всевозможным вариантом, он уже убежал. Ну он, видишь, читер. Заморозок. Пойдем за ним. Он полюбасы что-то замышляет, сука. У него крим-ран. Смотри, сейчас он продемонстрирует нам прыжок. Давай. Давай, сука. Давай, блядь. Ты слышь, ты это видел, блядь? Ас, бляха, он соловей. Ой, пацаны, я забыл перекрасить машину, а костюм перекрасил назад, а машины нет. Ты потом перекрасишь. А можете помочь мне? Нет. Почему, ну, блядь, помоги. Чё? Это сложно, Лёпс. Подъедь ко мне, смотри, что покажу. А если перевернуть, то я не буду. Переворачивай. Куда? Кто переворачивает, ты охуел, что ли, кто переворачивает, ты ебанулся, блядь. Чё? Чё? Кто переворачивается, блядь? Ты ебанулся, блядь. Иди сюда, нахуй. Стоп, а чё за бред, ебать? А это чё за хуйня? Твой матюха там показывает свои подмышки бритые, блядь. Стоп, а кто это вообще слышит? А давай. Нахуй. Раз, два, три. Ёбу, это по идее типа я, ты и Глеб слышу, но по ходу дела это вообще все слышат. И нас так слышат, и Данила слышит, и Флаттербэт Никита слышит, да? Флаттербэт? Ну, Флаттербэт Никита, типа. Да. Походу, они все здесь, ёба. Здорово, чуваки. Привет. What's up, nigga? I'm glad you're here, ёба. Да я не знал то, что вы здесь, но я подозревал об этом, ёба. Ну да, мы вышли в этот день. Я, бляха, слышу всю хуйню, нигга. Прикольно, блядь. Но я не знал то, что вы все здесь, блядь. Заебись. Мне еще нужно по крайней мере три банки или по крайней мере пен ёбнуть. Ну, сука, все съебали, неудачно. Почему все тёлки съебали то, что с нами были раньше? Куда они съебались, блядь?
А, не, да, не говорите куда. Я знаю куда. А типа куны такие, ладно, я. Окей, я понял. Блять, там охотница моя лежит. Сверху над тобой. Бля, да насрать, вообще буду стоять перед. Шай Вайзе, нормальная телега, вот Шай Вайзе. Вот я стою вообще на рейбе, шею вонзить, вот так получилось. А нормальная хуйня это вообще пацан за нее играет или баба, блядь, ёба. Ты за пиздец сейчас был. Блять, меня ПБшка. Пусть там. Я когда его закинул, не ожидал такого чаша. Я частично даже записал. Да Никита стримил. Да. С самого начала, как он ну, тут зашел? Ведь мне нужен твой подарок. Блять, не такой. Меня сейчас убьют из-за тебя, я твою мату. Дай подарок. Ну тут еще кто-то бегает. Да поебать, дай подарок. Я раз кто откроет. Вот или. Найс. Ха-ха-ха. Ебаная. Блять, там скаут ебучий. Ну блять! Какого хуя, а? Никит, хули у тебя подарки такие уёбские, блядь? Специально, чтоб ты убивал всех врагов. Ну бы ты нахуй с такими подарками. А вот в Робокрафте все правильно сделано. Там можно купить пожизненный премиум. Сколько он стоит? 119 рублей. День премиума 21 рубль стоит. Да блять, ты сколько их? Я только 4 убью, блять. 10. Ну и со всех сторон, ты, блять, невыносим уже нахуй. Мне нужна твоя коробка.
Да ёбаный в рот! Ну блядь, ну серьезно, крыша скаут, блядь. Им уже не надо нихуя здесь делать. Ёбаное мясо, блядь. Боже, ясно. А еще просто ливну нахуй и все. Так зашли. Ты видел мой счет, блядь? И че, да, блядь, это первая миссия. И че? Первая хуевая, блядь. Да я рот ебал, блядь! Данил, за то, что с мешками убиваешь, дают что-то? Вообще на миссиях? На миссиях? Ну вообще дают и на миссиях, но у тебя уже выкачана эта роль. Там у них скаут поменялся на ОПГЛ. Они увозят, блядь? Да вроде бы. Налка у вас? Ноги уезжают. Рудом, не бойся. Да. Ясно. Они на красном машине? Забей, мы уже прибавим. Ну не знаю, брать фишки эти ебучие или нет. То есть, правильно? Они забрали груз и съебали с ним. На макине. Yeah!
пробками обмазываться будем. Бля, неудобно мне на этом бегать, на. А. У меня, к примеру, обейкать, но иди сюда. Ебать, нахуй так. Ты сбил NPC-шника, он у меня вот в этот дом, который мы сейчас проезжаем, полетел, и в него прям, знаешь, в текстуру залетел. На со скоростью, не знаю, километров. Блять, дохуя. Ты что, не будешь ставить? Вон поставил кто-то. Это я поставил. А эту кто поставил? А эту Данил поставил. Ну вон, поставь раздор, возьми раздор, нахуя мне ставить? Ну потому что не хочу раздор. Возьми револьвер. А, это ты же поставил. Ну в смысле, блять, а нахуй тратить так, ну на. Кто-то там едут, сейчас тебя собьют нахуй. Он дебил, проехал мимо. Садись. Дебил. Ну я чё, ебал, что ли ты? А, тебя раздор взялся? Ох. Я случайно вообще багом сел. Пизди его нахуй, дальше. Хорош. Он даже не попал, блядь. Там вдали этот пидорас Сильвер. Я его разъебу. Меня со скаута хуярили. Меня захуярились. Я не надел. Скаут на возле крыши, понял? Под мостом, которая крыша. Вижу скаут. Пизда, чтобы вдвоем не налетели. Нормально, пацан, блядь. А так вообще вы реально ее играете, блядь? Да в смысле, ну я отпрыгнул, блядь! Ну ты видел, я отпрыгнул, блядь! Ну, ты да. Блять! Они даже не вышли, они на похуй как цели задали. Боже, блядь! Ясно, он читак, блядь. Он мне даже Азаши писал на прошлом месяце, типа, запиши этого дауна. Он, по-моему, вообще тупо не промахивается, блядь. Может, кто-нибудь его оттуда выкурит, не? Бля, спасибо, он меня из-за тебя чуть не сбил, нахуй. Я наоборот пытался, чтобы он не сбил.
Машина где резнулась? 40 метров от нас. Нет, садись. Вы в моей машине уехали, ну вы такие красавцы. Блин, а на чем нам еще ехать? Пешком, блин, бежать он будет, что ли? Там машинка, там что, блядь, мало машин было? Ты взорвал две машины. Я там тегнул скаут. Где это хуйло ебаное? Где-то на точке. Пиздец, он вообще не промахивается, блядь! Я даже не успел нихуя сделать, просто не успел, блядь, я. Две пули я ему всадить успел, блядь, когда он мне 6. Подвинь машину, блядь, чуть-чуть. Ну ёб твою мать, ну что ты делаешь, блядь? Это даун, пиздец. Нихуя, я говорю, подвинь машину, этот долбоёб стоит, я в него, я в этого пытаюсь стрелять, он попадаю в машину из-за тебя, блядь. Я в минус, блядь. Пиздец, блядь, просто нахуй. Ну ты вообще про другую машину говоришь, про которую надо делать. Ну я про неё и говорю, еблан, блядь. Только ну я поехал, того убью. Ну машину, которую делать надо. Блядь, подвинь, ты уехал за тем долбоёбом. И то, пока я это говорю, ты стоял уже 3 часа после этого, блядь. Поначалу, смотри, я вообще подвинул машину, чтобы как укрытие думал надо. Я подвинул, потом, сука, блядь, ты её подвинул, он по мне мог попасть, я по нему нет, блядь. Ну так ты её подвинул, блядь. Поставил машину мне. Ну это ты криво уже, блядь, вылез. Ты долбоёб? Или вот спокойно. Главное, какая разница? Или всё, пожалуйста, успокойся. Ты стоишь, я говорю, подвинь машину. Ты ни ту не подвинул. Ты просто стоял на месте, блядь. О чём может вообще речь идти, блядь? Даже спорить не хочу. Да потому что ты не сможешь спорить, ты тут не прав, это 100%. А мне? Вливаем? Ну да. Раз, два, три. Коробки было? Мы уже умазались. Без меня, да? Вон там можешь, вот тут претариант в базе можешь взять, там либо оба, либо охота. Вот смотри, снежная легенда у него выглядит. Попиздануло. Дай тебе открытку. Я дал коробку. Дайте им открыть коробку, блядь. Да кому не открыть коробку, походу. Откройте кто-нибудь уже, блять, ее.
Персик, блядь. Что выпало там? Пацан тушотит, да? С твоей же охотницей убил тебя. У меня, пацан. Хорошая попытка. Я вернул охотницу. Макросник ёбаный. Может, выиграем сегодня хоть одну? А Дота выиграем по-любому. Тебе я фулшот ему дал. Забил. Убью нас. А там сука сзади был пидорас. На точке уже не? Да, да, двое на точке. На, две дроби. Найс. Так, мило. Хорош. Еще один там, блядь. Вот он, меня. Наверху? Да. В смысле 6 ассист, блядь? Дал ему с дроби нахуй. Шот. Долетело. Ну давай.
плохое дело. Сейчас еще дробь пойдет. Нужно отсюда вам по-любому. А у них один вылетел. А, заебись. Видишь персика, да? Он этот, персик вообще 8-5 там. Попал по нему. Вообще не потому стреляешь. Ой, блядь. Потому и не мог стрелять, он за машину забежал. Ну и хуя ты вышел, блин. Чтобы бить. Дайте коробку. Да ладно, не надо. Корбин 8-5. Но это ненадолго. Вон они с двух сторон, ебать. Данилка. Он охотится. Да, на чаще стал выпадать. А вчера вообще не выпал ни разу, по-моему. Ясно. В смысле плюс карбен далась? Это вообще откуда он, блин, по мне попал? Он же вообще по мне не стрелял. Его граната попала по тебе, стабиши. Да она там вообще в километре взорвалась. Она вообще у него в воздухе там где-то пиздец взорвалась. Да, сука, я вообще, меня вообще, считай, за стенкой убили. Блять, ёбаные призы, нахуй. Персик. Что, кончились эти тут? Нет, нету их тут. Нету, где-то тут валяются. У меня должна валяться моя. Thank you.
Идем наверх засядем, хули. Мы же можем. Хули, пизданем вот этого пидораса. В него слишком походу попал. 81 дали до него. Больно ему сделал? Очень больно. Ты молчишь, а я еще из гранат к нему попал. Ну блин, Никит, ну Илья, нахуй ты его убил, ты же видел, сука. В смысле? Что я его застабил? И ты застабился! И что? И ты дебил? Подождал бы немножко. Охуел? Подождал бы, блядь, чего? Пока я встану, его, пойду его еще раз заставлю и убью. Никита, ну, если бы их было трое, они бы выиграли. Жми-ка. Интересно, Лафа до сих пор сидит в уютной таверне и там походу рассказывает что-то. Он в дискорде еще с этими пиздит. Преступление века. Ливаем потом... раз, два, три. И сразу, блин, мне даже не сказать. Он всегда ливает сразу. Да, Никит? Ну, скажи, ливает. Ты так, нажал, только пидорас. Я подарочек нашел. Можно свитить так, кстати. Я особо могу выстрелить, достать кемпу и... Можешь. Ну вот будешь ли, вот это вопрос. Правильно. Окей, доставай свой. Ой, такая музыка пиздатая, боже, да? Скажешь, что он выпал? Гро... Блять, нам по грохоту туда выпал. Неплохо. О, грохоты. Где, сейчас задавлю. Да я тебя вытащил нахуй попасть. Блять, сейчас бы иметь один дробовик и еще один дробовик. Блять. Ты застрял, Никит? Я тоже чуть не застрял. Думал застряну, но я сейчас пойду тебя спасу. Я помогаю людям! Ух, еба, вот прыжок! Классно, я тебя спас. Уже? Тихуя, она твоя! Что это, мол, ограбление века устроить? Отстань. Можешь еще коробку скинуть? Да не. Что это за чудо хуя? Она. Да голи в нем, я скинул. Бать, лежит коробка. Чтобы задавить меня, да? Ты задаваешь, пидорасом будешь. Да. Бля, так можно врагов, кстати, это, слышь? Можно, но вряд ли они будут такими тупыми. Да ёбывать, а бля, да почему нет? Они ж будут без, они ж беззащитные совсем, бля. Можно подходить к ним, начать приседать. Никит классно придумал. Ну
Особенно над сильверами. Смотри. Вот только на сильверов это и будет работать, то не на всех. О, взрыв! Урод, блядь. Мне четверых осталось убить-то, блядь. Ну, блядь, за 20 дней успеешь, думаю. Насрать, что мой века сдымит уже. Так у меня не таранит, а он взорвусь нахуй. Блядь, я сука, почти. Он там 8-5. Один выстрел тебе остался, сука. Черта такого. Черта. Но он не 8-5. 8. Ну, блядь, там. Я два раза трыкнул в него. Сейчас бы с атаком играть. А, у них два атака, я понял. Два голда с атаками, хорошо. Может, профессионалы. Еще и у них детонаторы. У обоих причем. Конченые, потому что люди. Да, блин, я попасть не могу. Сильвер 8-5. Это мои машины. Наверху на самом есть атак. Минус один уже атак наверху. Есть еще один там. Хорошо, я понял тебя. Залагал. Но я его накоцал. Сейчас еще раздорезу, когда нужно. Да, он вылетел. Никитка, Никитка. Че? Знаешь, это фишка, чтобы врагов так убивать. Сами такие сидим. Чтобы выбрать? Пожалуйста, останься при своем. Подожди меня. Ну я думаю, ты свою машину найдешь, да, Илюш? Ты проходишь спать. Да подожди. Никита, а вопрос-то я, куда ты? В багажник. А, на крышу можешь. Я, короче, на точку. Да, пока. Давай на крышу садись, присядешь же, он не будешь падать же вроде. Или можно? А ну, этим попробуй будешь. Присесть и пойти. А, нет, будешь падать. Одну минуточку. Давай, Никит, ждем тебя через... Да, полчасика. А давайте проверим, за сколько можно... За сколько за минут ты пройдешь всю... Да. Бля, было бы гениально. Одного конца до другого. А, мы забыли, что у Никиты еще все грузы. Да? У Никиты же все грузы еще. Никита, серьезно, пешком идешь? Нет, я до машины шел, до ближайшей. И шел или уже дошел? Дошел. Это что, ее можно скинуть и подвести было машину? А она может исчезнуть за это время. Нет, она там 3-4 будет. Ай-яй-яй. Блин, все равно... Я немножко там пройти. Ты уже идешь, Никита? Никита, ее можно сбрасывать и кидать, понял? Я в курсе. Спасибо, блядь, я не знал без тебя. Ой, она кончилась, пока я сбрасывал. Не делай так. Блять, сука, там на третьем этаже вроде парковки был чувак. Уже не на третьем, уже у Никиты там. Вот как ты возьми!
Сейчас бы, блядь, на врага выйти вместо того, чтобы на точку поехать. Они уже все приехали? Блять, ее открывают только левый. Так нечестно! Сука! Кто выпал там? А вы, а ЕПДМ? Блять, я хотел сходить взять, но потом передумал. За мной уехали уже. Может купится. Да блять, ты что? Ты что, дебил? Ты что, дурак, блядь? Кит, ты что, ебанулся, блядь? Ну блять, коробку надо открыть. Дай коробку, кстати, тоже. Где она, ты открыла? Да слышь, сука, это моё. Где они валяются? Ну где-то там на входе. Сейчас я подъебать? А и под это стал? Да, нет. Хуже. Хотя нет. Маленькие пистолетики. Ну нахуя, вот нахуя своих убивать, ведь звезды. Звезды, блядь. Потому что они звезду скинуть. Твое оружие тут держи. А ну исчезнем. Вот нет. Ты успеешь? Нет. Один. Блядь. Рот нам клёпнет. А, ты мне достал все короче, я даже не заметил. Законченные люди, блядь, а? Он для атаки, блядь, атаки есть нахуй. Блять, ты сука, 85 на ней земной. И ты, да, сука, гранату, он умрет, блядь, земной, 85 это гамно. Нет гранат. Киньте в него что-то. Ну заебали, они в два атака просто хуярят и все. Заебали. Ой, блядь! Илюшка, иди сюда. Ару, он еще пишет пизди.
Ты будешь брать Тетрадор или Кровавый Раш? Да? Да. Ну то, давайте за еще за километр от меня откройте коробку. За 200 метров я тебе сказал, это перед тем, как мы кинули коробки. Блять, а он может сейчас занят будет. А. Отъехать, не? Я отъехал. Ну ты уже взорвался и убило бы тебя этим. Раздор или чё? Икрон посмотреть, Кровавый Раш. Где, блядь? Да вот тут, блядь, валяется. Если попадется неземной, берем все атаки и ставим детонаторы. Там, блядь, не больше делать нехуй. Да давай, блядь, он написал изи нахуй. Или охуярил. Делать больше нехуй. Не хочу это играть. Да, блядь, один раз унизить, блядь, он же. Атака, это не сильно на унижение похоже. Ну, блядь, он типа выебывается, что изи, блядь. Ну пусть выебывается, не насрать на то, что. Тоже побьемся на него. Блядь, то что ты возьмешь атак детонатор, он только порадуется. Нет. Да. У него тоже горит жопа, блядь, из-за того, что мы его разъебываем. Ты взял атаку динатонатору, значит у тебя загорела жопа от того, что он с атаком, и значит он радуется. Это еще раз докажет, что это самое имбовое оружие, блядь, которое есть для него. Логика, блядь, конечно, 10 из 10. Он добивается того, чтобы тебя бомбануло, а то, что ты будешь с атаком, это только подтверждает. Ну ты взял, что если он играет с атаком, он добивается того, что меня бомбануло. Блять, он играет с атаком, детонатором пишет в район изи. Разве что только изи. А играет с атаком и детонатором, то что он ёбаный рак, блять. Блять, он пишет в район изи. Да. Атака и детонатор сюда входит. Блять, это, еще один, блядь, Тереса, нахуй. Нахуй охуел мой ствол подобирать? Это мой ствол. А. Никто точку смотрел, блядь. Я один. Потом меня убили, а вы хуй знает, где в письку дропчите. Меня тоже убили. Чувак с ПГЛом сидит, короче. Я ему коробку скидываю, он начинает ее открывать, его кемпа завалило нахуй. Уедь, блядь, Илья, ты мешаешь. Открой коробку мою. Да иди нахуй с этими коробками, блядь. Поставь мне коробку. Я хочу добить. Добьешь ты сегодня, добьешь. Тебе там 2 или 3 фрага осталось. Один. Тем более, добьешь ты сегодня. Или ты так будешь сейчас с пулеметом этим бегать, Бола? Да. Ой, блядь. Тебе идет, Никит, забор перелез, понял? Вот снизу. Не у меня, не с моей стороны, вот стой. Он поднимается.
На нахуй, блядь! Как тебе минус 2 одной гранаты, блин? А? Нормально? Один был кот, у него 8-5. А второго я тыгнул, он тоже был 8-5, и я как БАМ! Я знаю, что он был кот. Это была ловушка, да? Это была приманка для бомжей. Сори. Она не сработала. Блять! Ну как сказать? Хотите прикол, смотрите. Пойдешь в сердце. Так вы спрячешь? Блять! Вы вообще что, где смотрите? Почему плюс супер был? Блять, такой хуй ёбан. Сзади, блять, алё. Или я звездой был, что произошло? Ты звездой был, и там еще враги пришли. Столько гранат. Когда я звездой искал? Там Никитраш лежит, может подобрать. Могу его подобрать. Ой, значит ты вдавал. Сука, сейчас левый будет коробку открывать. Пидор, блядь. Что там выпадет? Посмотри, давай. О! О, тема. Может, убьёшь его? Ну нахуя ты ее открываешь, блядь? Приманка, блядь! Ну вот, сработало! Я хотел взять, блядь, оружие, а мне начал коробку Коробка не сработала, но я убил пацана. Прям мимо нее прошел пидор. Там коробка моя стоит, нужна кому-нибудь? Пойдем за мной. Помедлитесь. Ну, блять, похуй, открою. И дай мне тоже. Коробку дай. Эй, ПД, блять, какой-нибудь выпадет нахуй. О! Хуя! Заебись! Заебись! Безопасно! Это пиздатая пушка на самом деле. Бля, хочу машину перекрасить, она меня бесит. Потом перекрасишь. А? Потом перекрасишь. Хочу сейчас. Ну, блядь, хоти. Где пушки-то валяются? Бля, вот, где мы ебашились? Ну, можно попробовать. Там, помнишь, комнатка, где поднимаешься еще по лестнице, откроешь дверь и поднимаешься по лестнике? Там лежит две пухи. Охуенная и хуёвая. Лёшка достала охуенную. А, ну да. Оливаем? Да, ну, блядь, сука, блядь, быстрее. Бля. Ну, было быстрее. Ты ебаный. Ну, шо, доставляем машину. Ну и где они тут? Ну туда поднимайся, вот по той лестнице, и там должны лежать пушки. Тогда исчезли уже. Что там не лежит? Значит, исчезли уже. Значит, неправильно просто пошел, наверное, Данилка неправильно. Ну, хуёво тебе сказал. Нет, я посмотрел, он прям там был. Ну, когда закончим, короче, открытие кейсов устроим. Будем тупо открывать, короче, понял?
сука, ну дай убить-то, блядь! Дай, сука! Убить одного надо, блядь! Ебали. Он даже сам убийца. Серьёзно. Ты, короче, последним останется без этой перки, без хуйни, никого не сможешь убить. Не, я прям сейчас пойду и убью нахуй. Пять. Я доставляю машину, еще при этом я звезда. Что может пойти не так, а? Я! Что, перка комплект? Бля, пиздатый ствол так-то. Забвение. Они просто бегут пешком, блядь. О, нет. Подмогу звать? Сколько их стало? Их четверо стало, давай позовем. Бери. Три сильвера дадут кто-нибудь. На мосту вроде кто-то. А уже он не на мосту. Блядь! Ох! Почти жахнул. Едут на мост. Ну блять, там 8-5-1 на мосту. Ну уехали. Блять, нихуя себе ее занесло. Когда у вас у всех галимое оружие, блядь! Ну-ка. Сука, ну, блядь! Идите нахуй все, они там на точке, не? Нет. Я еду. Пизда, сука. Лютейшая у точки уже. Где наш Сильвер вообще? Ну вообще знаешь, что у него миссия? Ну а вообще это ему. Ну, могу сказать только одно, он где-то рядом. Ид, хочешь коробку? Да. О, можно, кстати, так в багажник-то его положить, по сути, да? Не знаю. Кого? Подарок. Подарок? Ну, должно быть, можно. Смотри, мне прям под скин выпало под мной. Ну. Больно, да? Пол цвета под меня. Мы на ихнюю базу едем? Сука. А чё тебе выпало там на типа стоит? Челюсть. А? Челюсть. Выкинул нахуй? Нет. А? Нет. Пилится что? Пять.
что-то было легко. А пушку ты выкинул? Ну обидно, чё, да? Ну все равно говно. Ну обидно, да, все равно то, что такая хуйня. Типа пушка выкидывается. 5, ну ёб твою мать. Блять, куда он делась? Лол. Я случайно переключил на доп оружие и убил пацана. Ну я хотел его СНТ-ку убить, а не вышло. За мной уже выехали. А не, он перевернулся. Мы тоже выехали. А что-то я не доеду, я уже не вернусь. Ну мы за тобой прям, мы с ними нормально. Блять, сука, я его не сбил. Я думаю, я его сбил. Блять, ко мне, в меня еще двое влетают. У тебя еще? Легко. Когда летейшая умеет играть, да? Она прям на гранату наступила. На... Вот, мы-то. Блять, Никита, ну ты мать. Я уже тормозил, сори. Блять, это и был этот. Я думаю, я звезда. Блять, жалко Сильвера. Блять, кикнуть тебя что ли за такое? Так я такой приехал, я смотрю. Он такой выходит и на меня целится. Он ты ему понравился, он тебя рассмотреть хотел. Так я такой думаю, ты шо, сука, ты шо. Я еще убил у него интек, я думаю, это мой интек. Блять, ну пацаны, вы где? Я приехал. Давай хуярим его, он на грузе прям. Прям вот двое на грузе прям, прям двое там. Тащи, давай второго. Ну, он здесь тебе обмен, ты там не будет мстить. Блять. Надо было интек достать, ой, блять. А сейчас серебро тащит. Нет. Очень плохо. Угу. Они уже в машину кладут. Да. Они уезжают. Это проеб. Ну мы вчетвером там. Ой, мы проеб, потому что это после четверых. Против четверых. Они хоть не конченые на точку повезли, они уезжают. Да? Не точно. Ну, там машина активистки стоит. Еду прямо за лютейшей. А сказать, что лютейшая летит в меня? А я сказал, что я прямо за ней, я не видел, я не еду. Никита, ничего не сделал. Ты дал ей задавить меня, понимаешь? Он в нее врезался, повез ее, и она меня задавила. Я ее не повез. Ты, короче, задавил меня ею. Понимаешь? Ну я ее не вез, он просто отлетел в тебя. Ты конченый. Понял? Меня понял? Нет. А я сказал да. Ты мне очень похуй, что ты говоришь. Блять. Да сука! ПМГ ёбаная, блядь. А кстати, один пацан это проёб. А, ну ясно, у них ПМГ осы, понимаешь, почему мы проёбываем-то? Потому что мы играем втроём, блять. Ну я понимаю, что мы проёбываем бомжам. Понятное дело. Сзади. Сейчас умру. Умираю.
выполнил задание. Да в смысле, он же вот туда побежал, блядь, что за хуйня, ёп. Пацаны, я не ебу, что делать, короче. Можно зайти на точку, забрать груз, уехать, поставить нашу и задефать ее. Угу, давай, зайди, чисто так, там их трое, блядь. Ну го, короче, сейчас делаю, начинаю. Давай. Ой, прям, для начала надо ворваться на точку. Ну, у меня немножко не получилось. Чуть совсем. Угу. Это такое. А мы молодцы. Мне четырех осталось убить с оружия, это вот. А мне надо, чтобы вы убили еще... 35. 35 надо, чтобы твое оружие убили? Да. Уже 65 человек убили с него. А с моего сколько? А с моего всего 36 убило, блять. Кит, кинь коробку, что ли. Оба нужна? А, ясно, они разобрали. Вообще я тебе ее кидал, блядь. Хули ты ее не взял? Ну, кто бы сказал, что ты ее кидаешь? Я думал, ты увидел. Я прям перед твоим ебалом ее кидал. Ты тебе еще не обращал внимания на это? Не знаю, я обращал. Вон, прям смотри, ну как она светится вся. Ну, блядь, и чё, я не смотрел. Вон, открывай, Данил. О! Будет два дробовика у меня теперь. А чё не показывается, типа, сколько в нём, чё? Показывается, его сбросил, возьми. Нет. Боку было, не сразу. Не показывается. Ну, блядь, значит, ты лох. Мика. Тартуха. Вот надо было ему, блядь. Это что было? Это в меня въебался, мудак один. Вот этот Купер, блядь. Я такой говорю, сальтуха, и вижу, как ты такой, что в 5 или 6 делаешь. Ну да. Такой, ебать, хорошего командовать. Это мы, брат, вчера его не всосали, помнишь? Мы, блядь, против них вчера сосали. Против них сосали. Ну, у них сосали, да. Здравствуй, подбери меня. Нормальный ты вообще. Едешь, ешь, никого не трогаешь, да? Угу. Такой взял на меня, блядь, с неба упал, такой потом подбери меня. А это тебе месть. За кару небесную. Иди там, может, ты поедешь? Да я вообще эту точку ждал, когда появится. Дебил, блядь. Спасибо, ну нахуя так делать, блядь? Ну нахуя ты хуйню несешь? Пиздец. Просить нельзя, блядь, что ли, или чё? Взял меня, блядь, бортанул. О! Блядь, а ты не видел, что я точку ждал? Я взял, Данил, оружие. Ты не видел, что я ждал, пока точка появится? Нет. Дебил. Я видел, что ты стоишь. Ясно. Ну ёб твою мать, я выкинул охотничьи. Ебать, а пацан охуел. А что, я даже пробовать не буду. А что ты кричал, подмери меня, она у тебя перевернутая. Я ее три раза уже новую вызвал. Пиздец, я не хочу против них играть, блядь.
Да ёб твою мать. Да в смысле, как он попал, блядь? Ты что, блядь, просто с прыжка, блядь, вынес. Может просто не пойдем, блядь? Может просто пойдем? Будем пробовать, а не хуйню страдать. Пойдем сосать просто? Играть только против Сильверов всегда. И они слаженно играют, мы не умеем так. Мы умеем так. Я вот, ну, блядь, вы так умеете только без меня. На школе? Там нет никого. Белась тогда. Я одного убил, и там еще одного убили. Все в дворах один есть. Откуда Никит пролетел? Я же только что сказал. Пиздец. Восемь пять. А может сделает кто-нибудь точку? Я делал. Потому что ты пойдешь ее делать. Сейчас меня просто замакросили нам. Блять, сука, меня покемал его. Он троих убил. Меня замакросил, вас добился. Со стороны школы идет он так. Меня даблы тегнули, убили. А я его тегнул. Со стороны школы он так идет. Он уже на точке, а не со стороны школы. Я сказал, что он идет оттуда, а может, не на школе. Так он сразу 3 раза сказал, блядь, перед этим. Я сказал, что он идет со стороны школы. А я не сказал, школы. Что он на школе, я сказал, что он уже на точке, а не со стороны школы. Так заметно было. Он уже точку делал. Ну так я уже сколько времени прошло, как я сказал, что он идет оттуда. Уже пошел. Только что сказал, он меня сразу убил. Он это 3 раза сказал. Я, блядь, до этого еще раз, раз я два знаю, это говорил. Я слышал это. Я просто говорю, что сейчас он был на точке, а не со стороны школы. Сообщение в криминал эльфа прочитал. Что, обманываемся? Хочешь? Давай. Иди сюда. Я уже открываю тут с нами. С этими игрушками, которые играли. А мог мне скинуть печатники? У меня ее вообще-то нету. А что не сказал? Ты не спрашивал. Ну, блядь. Вот тебе за это, сука, хороший приз.
Лёшка, кинь коробку. Сейчас 17 секунд откат. Ладно, попозже кинь. Я уже не могу играть, ездить на такой машине, она меня раздражает очень. Да, блядь, Юля, успокойся. Вот район там 32, блядь. Да, сходишь. Так-то да. Блять, не, я минус, походу, дела. Залезь сюда. Миска, залезь сюда, блять, ты долбоёб? Я что, знаю, где ты там, блять. Вот где ты рядом бегаешь? Я говорю, я минус, залезь сюда. Я и бежал лезть наверх. Я даже попасть с кемпы не могу нормально. 8-5 на точке. Не этот, внутри. А мне? Ну нету. Сейчас враги придут. А ты будешь машину приманкой. Где прям твой любимый выпадает. Че расцветка как Никита, смотри. Ты видал, какая расцветка? Как ты прям. Угу. Что это? Дойдут. Помнишь, что такое скин, Никит? У меня на силке есть. Такой? Да. Yes. А чё за скин-то? Блять, серьезно, я убил шару. Ну, не думаю, как он называется. Блять, 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 твою пушку взяли нахуй. Не надо, нахуй пиздили. Меня, по крайней мере, почти. Чуть не отпустили. Ну в смысле? Ну я же отрегенился, блядь! Что за хуйня? Я отрегенился, меня убили все равно, найс. Что не показывается проценты хп? Это, блядь, бесит очень. Э? Не знаю, может. А? Может быть. Блядь. Вперед, меня шаром убили! Пизда! Тебя убили снежком. Да нет, одно и то же. Нет, снежком 6, а шаром 3. Охуеть. Ну все, урон, блять, 8-1. Можешь свичить через снежок. Где-то пушки валяются? Коробку, я открою где-то тут. Нет, я не люблю. Ладно, похуй. Я спрятался. Он не попадает. Ой, блядь, топовая пушка, как раз в тему сейчас. Что там? А, топей некуда. Блядь! Я 8-5 нахуй со снежка. Блять, он взял атак!
Ленка Ютуб. Это хуйня вообще не ДМЭ, походу. ДМЭ? Блять, у машины 5-6 шотов дал, она даже не задымилась. Это не антивикл же. А, вот оно что. Я привык, что ДМР это именно антивикл. Нет. Обычный ДМР он машину не хуярит. Я знаю. И да ты бы по инфу почаще бы давал, что сверху дробь. Я, конечно, увидел под конец уже. Обычно в таких ситуациях нужно инфу давать. Окей? Илюшка. Ты охуел, что ли? Чё? Мог бы одной рукой открыть 2-литровую бутылку, попить и закрыть. И все, используя только одну руку. И, ну, нельзя крышку ложить, ничего. Чего, блядь? Блядь, ладно. Груза выбил. Ну я тоже тут груз вижу. Где-то Никита, смотри. Давайте коробки кидаем. Смотри, где Никита ее открывает. Ебать. Ну вот, открывай мою. Выпало. А. Где оружие? Блять, нормально. Пацаны, багажник ковыряю. Ковыряй. А, еще анимация как будто он делает, знаешь, пик-пик-пик, вот эту бомбу ставит. Ну да. Ты только заметил. Я не обращал внимания. Тут даже звук такой. Он тебя тегнул, что ли? Ну да. Я тогда ты. Блять, ну я надеялся перестрелять, я его 2 раза поймал. Может быть и перестрелял бы их. Я его покоцу. Наебал. Не, когда у тебя дроби, у тебя выпадает какой-нибудь этот... какая-нибудь тут, блядь, сука, как она называется, челюстью, тогда нормас. Илюшка, наш как чувак охуел. Он по ну, он раскимпал, видел, что я с дробовиком на него еду. Сел в машину, я в него с грохота отстрелял обойму, скинул грохот, достал таз и начал с таз ее расстреливать. Она у него горела, он завернул за угол, он буквально пару метров смог проехать только. Это тук-тук-тук-тук! Дай. Бежачок хочешь? На, пистолетики вам. Ну, почти пистолетики. О, нормально. Спасибо. Дич. Дай, Никит. Да сука, ух ты нахуй. Сам иди отсюда, понял? Ну мне машину вытру. Кто там? Я пытаюсь вызвать машину, у меня эти ебучие вулканы подбираются. Вон у тебя машина вызвана. Я в курсе, что я ее вызвал уже просто. Серьезно с этим АИПД? Чего бы и нет. Ты
тебе не защиты эти фраги. Да мне похуй. Ты это врагов-то убил? Ну да. Обу забрал там. Нет, я хотел забрать ее. Ну это твоя, да? Да. Да. Они рыхнулись просто, блядь, передо мной. Ленга Ютуб под кемпутом, наверное. Я сел в машину. Аккуратно, сейчас взорвешься! Хоть не взорвался. Э? Да ну нахуй, вас тут двое пошли в пизду. Я, короче, задержал их, я им дал открыть подарок. Круто. Да. Они сидят, открывают. Чё ты точку не делаешь? Поэтому. А чё, отойти не мог и дальше делать? Я не знал, что там... Ну, я не знал, где он просто. Сейчас убью. Они хотели меня взорвать, когда пока я к ним подъехал, слышите? Я приехал, отпиздил их. Они до сих пор тут были, блядь. Заебись. Чё-то проехала серебряшка с атаком. Где-то метров за 60 вышла из машины и начала оттуда мне стрелять атак. Это ж атак. Ну тут можно врагов отвлекать, короче, от задания. Просто коробки ставить к ним. Потому что не на всех работает. Ну да. Знаешь, некоторые, не, ну, блядь, много чего не на всех работает, понял? Ну, обычно, если 6 патронов СНТК, на многих работает. Блядь, чё ты попал? Не про это говорю. Вот смотри. Оп. Видишь, работает же. А вот враги. Уяли меня? За... Это было смешно. А схуяли? Потому что там ты... Спасибо. Потому что ты бомбу заложил. Дебил. В смысле, я точку делал? Никит, нормально open case устроил? Ну ты точку делал, ты читал, что там надо было сделать на точке? Блять, и что, мне что, ждать, пока ты коробку откроешь? Да. Когда там враг уже приехал, да пошел ты нахуй, блядь. Ты ёбнулся? Оп, взрывной open case. Да, а где на твоей машине? Ну что, может ты тогда остановился? Ну там, блядь, рядом есть, я уже разогнался. Блядь, ебан. Никит. Чё? Каких это пор у тебя коробка важнее точки стала? С тех пор, как я ее увидел. А, Никита, мы теряем Никиту. Никита заражен коробками. Коробка. Аня. Кто хочет коробку? Открой! Сейчас я закручу, кручу, верчу, пизды хочу дать. Так, суперкомбо оружия, которое сейчас всех убьет. Идеально. Так, сколько там осталось, чтобы убили их? 31. Давайте убивайте с моего оружия, заебали. Да не суни меня, блядь! Это не твое оружие. Это не мое. Скрыт его оружие. Ну его, я сказал, и не меня, блядь. Ой, блядь, привычка ебаная. Оружие. Да ты хуйло, блядь! Заняться нечем, алё! Я вообще-то не тебя кидал.
А в кого там нет никого, кроме меня, блядь? Я, блядь, на радаре там кого-то видел, вообще-то. Ну там никого, блядь. Блядь, я что, видел, есть там кто или нет? Я, блядь, на радар увидел. Зеленая точка на радаре, это свои. Я вообще-то красный треугольник видел. А там что за тебя, брат? Я за тебя отомстил, брат. Где спасибо? Да иди нахуй. В смысле, чё, почему? Да ты её заебал, потому что. В смысле? Как, почему я тебя заебал? Ну что ты, я открываю коробку, ты меня взрываешь. Ну вот это, взрывной опенки. Данил, ты с моим оружием? Молодец. Конечно. Ай-ай-ай! Да ты дурак, блядь! У нас там враги, блядь, а ты меня хуяришь. Ну так это что, ты умер. Да я охуел? Просто. Хочешь, я коробку дам в знак примирения? Блядь, что? На, открывай. Вот, блядь. Да не меня, нахуя ты, блядь? Там враг идет, гранатами кидается, блядь. Ну нахуя, ну Никита, ну скажи, ну зачем, блядь? Нахуя ты мне 8-5 дал, блядь, долбоёб? Сейчас выиграли бы, блядь. А ты мне вот взорвал, когда я кейс. Блядь, такой ты мудак, пиздец, блядь. Я тебя специально взорвал, я точку сделал, блядь, сам виноват, нахуй. Ну я тебя не убивал. Да Данилку уже тогда вини, блядь. Это он коробку поставил возле этого. Пиздец, такой мудак, блядь, иди ты нахуй. Let's get it. Maybe that's your target. I got your cup. Блядь, мы побеждаем, зайди в игру. Мы идем 8-4, блядь. Туда. Кто, блядь?
Поехали этого долбоёба защищать. Ну смысл? Мы просто подпечём его. Не сбили. А чё ты сделаешь, по нему не сбили? Как-то, блядь. Чего, блядь? Иди сюда, сука, мы побеждаем! Молодцы. Зайди в игру, идем. Да, вот кинь туда, там, блядь, коробка у него стоит. Блядь, не открывай. У криминала эльфа сколько уровней? 5. 6. 6? Давай. Твердо вкачал. Хуя, пусть открывает. Ливнем? Раз, два, три. Ой, блядь. Подарки мне обмазывать. Сейчас. Подъезжай, если хочешь. Подарок. Там хотя нет, я. Не-не-не, я сейчас приеду к тебе. Ебать! Да ты! А мой где? Ну угадай, где он. Ты не слышал музыку? Я подъехал. Я ехал с музыкой с этой пиздатой. Да? Да, пиздата прям. Кладешь его в багажник, и он такой с музыкой едет. О, лол. Тема. Одинаково. У меня тоже он выпал. Блин, так пиздато. Сейчас, вот слышите. О, вон и гонки, надо ливать. Ливай, ливай, ливай. А чё, блядь? Пиздато, да, когда он лежит в этом? Пять. Я не могу подобрать нахуй, она понимаешь. Пизда, да? Да, у меня теперь будет машина звучать. А он, кстати, весь в 5. Я. Я удивился еще. Там иначе что-то весомое. АИПД. Да. Нам же большая груз занимает 5, как мы будем. Ой, да это.
как он вообще выглядит, выглядит эта коробка на максималках? Там прям светится сильно? Ну, нормально. А какого цвета сияние это? Синее. А у меня оно белое такое, и текстура хуёвая. Слушайте, скриншот. Дануть. Ой, да ладно, я ему отдам похуй. Пусть радуется Сильвер. Чем там выглядит то интересно. Вы же тоже можете подобрать. Ясно, до свидания. Что подарили? Ну опять читак, блять, против нас. Давайте просто, блядь, подождем 5 минут и все. Давайте просто поедем и будем делать миссию. Мы так да. Против всех, кто не нравится, будем так выбирать против кого-то. Но он читер, блядь. И что? Блядь, половинного читерит. Про каждого все равно можно сказать, что он читер. Вау. Я тоже прорал чуть-чуть. Типа, если не играть против читеров, то как, блядь, тут еще играть? Ну, в смысле, блядь, всегда, блядь, найдется пачка, против которой ты не хочешь играть. И там надо ждать, чтобы, блядь, чтоб давали тебе серебро, блядь, какое-то. Ну, против него ебашит. Ну, честно, я просто не понимаю этой логики. Мы и раньше... Ждать нормальных игроков, блядь. Они читеров ждать. Блядь, мы и читеров разваливали. Садись. Мы разваливали читеров, которые еще выдавал к этому играть не умеют. Этот тоже не умеет. Пиздец. Хотя забыл. Пиздец. Бол приседает. Сейчас бы приседать нахуй, когда мне накоцанный, блядь. Косы еще. Тебя он тоже натыгал? В смысле, блять? Откуда он вообще стрелял? Он с моста. Аж, короче, так, блять. Пизда. Мне вот весело, да, играть, Данил? Меня заставили, когда я перелазил забор, и я сверху забора появился. Тот коробку открыл. Восемь пять над тобой. Минус. Вот и все, Никит, что-то не помогли. Так делать. Оп, 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 нет. Пиздец, ноль промок. Восемь пять мост скаут. Тут будет осада, должна быть, но это не точно. Блять, он кучу промахов делает.
А меня ухуярил просто. Не знаю, мне только что тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк мимо меня, типа там тух-тух-тух-тух у меня. Да я ещё, ебать. Ну, блядь, бомж. Да не, он промахивается. Значит, играет хорошо. Я что-то не знаю, кто это такой, блядь, какой-то ноунейм, блядь. Блядь, переименовать можно всегда. И ранг маленький у него. Вряд ли он переименовался. Значит, просто, блядь, создавали так. Видишь, может, типами начал играть. Бывает, Илюша. Да ёб твою мать, блядь! А вот с этого он промахивался? Нет, он с НТК промахивался. Сука. Вон там охотница лежит, Данил, нужна? И дай мне тоже коробку. Вы 23 человека убьете и заебись. Сказали, да, есть. Сколько тебе осталось? Не, надо пить, а то один еще убийство. Моим оружием. А вот ты мне еще одну коробку поставишь. Я с этого вряд ли тебя убью, кого-нибудь убью. Может, она откатывается в это время? Я лучше револьвер возьму, блядь. Хотя... Я возьму это и кимпу, блядь, вот. И дробовик. Я кимпу уже взял. Я говорю, дробовик возьму. Двоих убил своего оружия, Данил. Поздравляю. В смысле, это я тебя поздравляю. С моим, да, ходишь? Убиваю всех, понял, блядь. Б сделали. Ребро делало Б. Я его даже не заметил. Я просто мимо пробежал и увидел такого по Сильверу. Надо выстрелить. Выстрелил. Берн думает, что ты играешь самым боевым оружием в ВХ.
Видишь кого-нибудь? Да, впереди серебро. Вроде спиздил, да? А вроде, ну, блять, ладно, с моего убил. Да? Нет, спиздил. В смысле, я с твоего оружия зато убил, я до сих пор скину тебя будет. Да, блять, он так и так будет. Факт. Может, тебя прикинь, вот никто не будет убивать с оружием. Вот я сейчас перестану, и никто не будет. Никита, давай я специально за невинного оружия, короче, не убивать. Пизда, сука! Что за хуй, блять, я сука, кстати, охотится бегать буду, он нихуя не попадает. Я сука, в чувака стреляю, ну похуй. 8-5 иксетта. Потомчик, точку, потом делаю. Делаю точку. Делаю точку 8-5. Ну 7-5 он с гранатой. Уже отхилился, наверное. Я сейчас заставлю тебя стоять на месте. Он стоит? Ну, он специально это делает. У тебя вообще-то охотница есть, на храм мне еще открывать. Илья? У меня есть ДМР твой. Блин, смотри, как пиздато оно наискосок. Ну ладно, так уж. А там еще смотри, оно снизу. Ну тут снизу. Видно расщелину. Да, вниз идет этот толпик. Топ выпал. Так, топовый же. Сейчас надо открыть точки там. Это и нравится звук? Чмок. Значит, иди сюда, поцелую. Может с тобой... А можно бежать быстрее F нажимать, оно вперед чуть-чуть попадает, может перемещать оружие? Нет. Нет? Бля, я по привычке, я все это время играл с шифтом. Я тоже играю часто с шифтом. Привычка ебаная, да? 8-5. Так уже как-то даже удобнее. Он обходить будет через... Ой! Нет, будет. Не будет. Блять, там серебро заходит, Никитка! Вот в той комнате, где я убил. Я его добил, короче. А, молодец. Никит, сколько ассист? 44. Ой, серебро врывается, да. Ты видел, блять? Если бы он не пошел никуда, он бы на эту хуйню остался, блять. Он на этот вышел. На фонарь, блять. Блять, доп такая пиздатая вещь тоже. Когда хочешь новые перманенты, да? Mm-hmm. Ты просто играешь против сильверов. Про сильверов, блять, что угодно, даже маленький пистолетик будет болый. Дай кроп. Дай кроп. Ой, у меня кончился. А, нет. У меня тоже крутая пушка есть. ДМР. Правда? Да. Никита, там твоя охотница лежит. Ноги. Вон. Спасибо, моя сказать. Законная. Меня то шотнули, вот видишь, не так уж и сильверы, не куча сильвера. Походу проебали там. Ну блядь. Ну, не, на точку дачи едем. А куда тогда коробку это поставим? На точке дачи. Все на точке дачи. Надо срочно туда ехать и очень быстро. Прям быстрее. Там коробками обмажемся. Да, прям дамажем, блядь, пол коробками. Раскидаем перманенты. Ну почти перманенты. Так-то по сути, если держать это оружие в руках и не выходить никогда из игры, и не играть катки,
Оно будет это бесконечным. Перманент. Да. На первую профилактику. Только не меняют районы. На первую профилактику. Ну, блядь. И до первой профилактики, да, еще. Ну, чё-то. Ух, оно, оно нахуй туда улетело вообще. Ой, по тема. Не, не допиш. Не допиш. Да что вышло? Они вот тут все по... А, а мы победили. А джа-джа, джа-джа-джа-джа. Иди-иди-иди. Неприходящий дар уже у меня 59 фрагов. Ты, ты делал много фрагов. Один из фрагов, которых ты сделал, ты делал с моего оружия. Видишь, ты рад? Да, как рад. А у меня 10 тысяч джокеров уже. Нахуй, а нахуя так делать вопрос? Ну я так такой лечу, лечу и просто не удержался. У меня Данилкино оружие было, блин. Дайте мне коробку. Вот оно стоит, лежит. Да мне я не хочу, Мэри. Ну сука, блядь. Ну нету места хотя. Ну и пошел ты нахуй, когда урод. Сколько там мне осталось, кстати? Еще 19 человек убейте, пожалуйста. Окей? Мы это сделаем как-то, сможем. Наверное, как-то мы сделаем это. Кто там против нас? Карабин, ЖГ и Карабин. Никит, ты знаешь, как буду делать? Кота с медведя и с кемпой добивать. Нахуя? Ну, блядь, чё пацаны охуевали. Так у него медведь такой убегает, такой с кемпой нашел. Ну пиздишь, что пиздишь, у него. Да. Ну так нет, он не меня не убил, все, ты крышу посмотрелись и там ебало набили, потому что в одной краше играли. Потому что в одной чего? Играши играли. Где? Играша — это место, где стоит много компудакторов и постоянно кто-то бухает. Это компьютерный клуб называется. У нас это играша называется Ледышин. Ну где бомжи вообще? То есть какой-то бедлявский механизм сейчас. Да, украинский язык, он по сути. Сам, весь самый бублядский. Блядь, не успел. Мне бог, я славянка коцаная. Какой-то, блядь, ранг маленький, блядь, дроби хуярит, блядь. Забанили по-любому, пацана. Да ёб твою мать! Можно не заносить? Дед, я его хотел остановить, в итоге я проебал. Ну пизда нахуй. Спасибо! Просто спасибо, блядь! Кто кинул гранату? А, я понял. Этот, блядь, я понял, забей. Поехал, просто слился ему, лол. Они я едут вообще играть разучился. На меня они едут. Поем, блядь. Ты мог сказать, наверное, что ты игнул его. Я его вообще убил. Я, конечно, могу что-то путать, но вроде бы все нормально. Не, ну ты мог сказать. Ты, либо я в него попал бы второй раз, либо ты бы его задавил. Мысли задавил, я бы его вышел бы и убил бы. Короче, то... блядь, он на дороге, но мне куда было идти, Илья, все, успокойся. Когда не попал. Я красавчик? Наверное.
Дай посмотрю. Нет, смотри. Не красавчик. Хи-хи-хи. Ты молодец, а не красавчик. Опасно было сейчас, я тебя мог убить, да, ты, наверное, бомбил бы. Там выпало. О. Челлендж. А давай ты ее выкинешь нахуй. Да. Классная идея. Не знаю. Сейчас соберусь. Не надо, нихуя. На улице корабль. Блять. Он вообще на улице забыл, блять. Ну, он вышел с другого выхода и обошел нас. Ну пиздец, я не могу попасть даже, я не понимаю, блядь, что за хуйня. Сука. Ты серьезно? Да. Пиздец, он со снегопушкой, Никит. Ну мне шланка, так что, ебать, у меня... Блять, нормальное оружие. Да ну в смысле? А я помню времена, когда вот мы смотрели, вот какое оружие у наших рандомных тиммейтов, если у них снегопушка, суп сразу кикали. Было такое время. Смотри, Никита, у него нет никаких этих. Были бы у него штрафы, я бы его кикнул. Охуел, сука. Ну а ты играешь? Ну блин, не нанка есть, или? И что, блядь? Ну сам ты играй. Можешь с нормальным оружием играть. Блять, это нормальное оружие. Смотри, блядь. Захожу такой. И все, блядь. Можешь взять, а, дай, блядь, мне его. Нет, у тебя снегопушка. Хорошо. Дай себе снегопушку. Вот лежит еще, смотри, одна. Дай подмогу. С стороны обходи. Пиздец, ну блять, ёбаный твинк нахуй. По-любому сейчас под рубом нахуй, урод, блять. Не зовется подмога. Пиздец их дохуя, блять. Да заебали они, нахуя подмога, блядь? Наша пизделка, чтоб была жесткая. Ну пиздец, блядь! Всех накоцал, блядь! И меня толпой завалили, нахуй, ну как всегда. Они убили випа, нет? Нет. Пиздец, я бы на 85 не делал. Блять,
этот проеб. Потому что у них VIP, а у нас, блять, хуй. У нас просто дохуя, и они толпой идут и сливаются. Блять, это свой был вообще. Тип сюда идет, он вообще бессмертный, да? Я минусанул випа, и Танатегл 8-5 эксист на Тенала, блять. Этого долбоеба. Ну випа один раз осталось убить, ёб твою мать. Не слейтесь там, блять. Пять раз всего слейтесь. Они уезжают, блядь. Да. Одеть них, я у тебя в машине растусь. Я уже не могу отъехать. Забей это, блядь, бега. Да блять! Я не хочу играть, я заебался. Тупо сливаем весь день, блядь. Мы выиграли 5 из 12, блядь. 5 из 12. 45% хули. Ой, обычно мы проигрываем штуки 2, блядь, из 12, нахуй. Или одну вообще. Или вообще не проигрываем. Тут уже мы играем. Мало того, что хуёво играем, мы еще эти, блядь, хуёвые пушки в руки брать. Вот эти вот, сука, сразу хуйнёй играем. Конечно, так будем проигрывать. Фрифайр у меня, я еще за стены не выбежал, он фрифайр у меня начал хуярить с ЭПД. Да, у него ВХ. Он сейчас
Смотри, подойди к углу просто. Не выходи. Тебя видно вообще-то из-за угла. Ты дебил? Смотри, смотри. Вот, стой, не иди. Сейчас. Ну! Что ты хочешь? Ты к этому углу подходишь и начинаешь стрелять. Ты идиот, он не видел, он не может видеть, блядь. Ой, их палит. Сука, ты точка, у тебя не прицел красным становится. Ты долбоёб? Не вот тупи. Я стою, вот я стою. Как он может, блядь, палить? Еблан ты тупой, блядь. Ты совсем тупой или чё, блядь? У него ВХ, блядь. Хорошо, пусть у него будет ВХ. Да вот, блядь, вот тут я стою, он не блядь, может ты... меня видеть. Как он может меня видеть, блядь? Ты совсем ну мне кажется, что, блядь, текстурка видна. Какая нахуй текстурка, ты, блядь, дебил? Смотри, блядь, обхожу его, блядь, хуй он поймёт, он уже тебя встречать прошу. Побежал. Тут его уже нет, тут уже только оса осталась, блядь. Хорошо, чувак играет с ВХ. Доволен? А, ну так я изначально это знал. Я же изначально это сказал. А давайте тоже ласт. А, чё, сразу, да? Как читера-то встретили? Я тебе говорил, что он читер, блядь, сам. Ты ебанутый, блядь, я, блядь, мы про него ещё сколько времени играли. Так ты только что узнал, что он читер. Или, блядь, и что? Мы про него играли, как не играли? Нормально играли, нормально, блядь, я ничего не говорил. Да что, блядь, Илья, ты постоянно когда считаешь, что... Я сам уверял, блядь, тебя, что ебать, почти все ты читер, ебать. Блядь. Я же всегда такого будет. Может, даже у них у всех ВХ, они ж пати играют, типа. А смысл вообще ласт играть? Либо мы сейчас выходим, либо я сейчас ливаю, либо мы дальше играем. Я больше не буду после этой катки играть, потому что я уже Никит, ты будешь? Это не. Ну ливаем тогда хули. Смысл играть просто. Будет у вас, блядь, против читеров, заебись. Отсосем еще одну, да, и пойди, все. Ты, Илья, успокойся, что ты до каждого слова докапываешься? Ты говоришь, это ласт, тогда надо было сказать, тогда голи в нем, блядь, либо, я не знаю. Когда буколи в нем, он такой, ооо, блядь, прочь не раз разливает, да, как всегда делает. Ну да, я так и сказал. Никита, троллен 59 минут назад вышел. Окей. Смотрю. Че?
Что, вы в Майнкрафт пойдете?